Привет, друзья! Меня зовут Шевченко Александр, и сегодня очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. По сути, каждый день я рассказываю что-то такое, что позволяет улучшить состояние, позволяет сделать жизнь более счастливой, осознанной, радостной. И вот эти вещи, они как идут через меня, как знания. То есть это не то, чтобы я что-то придумываю, да, или там стараюсь завлечь вас куда-то. Это, по сути, то знание, которая проходит через меня. И даже если взять определение слова «знание», то это не просто сведения или данные. Это действительно уверенность, это действительно понимание в самом высоком смысле этого слова. Раньше слово «ведать» или «вера», оно означало знание в самом таком полном смысле. То есть ведание – это знание первоосновы, знание источника. И вот это знание, которое идет через меня, оно идет как знание из источника, то есть знание в самом полном смысле этого понимания. И каждый может прочувствовать на себе это знание, то есть действительно соприкоснуться с источником и почувствовать, так ли это на самом деле. То есть не то, чтобы просто бездоказательно поверить, то есть это не голословные утверждения, да? Это что-то, что идет как источник, как знание источника. И каждый может действительно соприкоснуться с этим знанием. То есть почувствовать, так ли это на самом деле, так ли это для вас. И дальше уже принимать решение в отношении дальнейших действий. То есть, а для того, чтобы соприкоснуться с этим источником, я предлагаю практику процессинга. То есть она что дает возможность? Она дает возможность рассоздать те негативные заряды, которые мешают соприкоснуться с этим знанием в источнике. То есть, по сути, с самим собой в высоком состоянии. Да? То есть, потому что вы, который в игре, это та частичка, только та частичка знания, которая есть. Да? Частичка осознания, даже правильнее сказать. А вне игры существует полное сознание. И если наладить эту связь, которая называется совесть, то есть совесть или знание того первопричины. И если убрать те облака, тот негативный заряд, который мешает, который создает препятствия в том же, чтобы находиться в этом состоянии, то я как раз и говорю о процессинге. То есть процессинг – это практика, которая позволяет воспринять как есть, то есть понять, как образовался этот негативный заряд, то есть почему вы создали что-то, отгораживающее вас от первоисточника. И когда вы уберете этот заряд, то вы будете находиться в состоянии спокойствия, умиротворения, радости, благополучия. И в этом состоянии как раз и можно принимать решения, то есть, по сути, потому что решения, принятые в другом состоянии, они будут неправильными, они будут вести в сторону ухудшения, а решения, принятые в этом состоянии, они будут вести в сторону улучшения, в сторону увеличения осознанности. И, по сути, как говорят, да, то есть, что предлагаешь ты для улучшения состояния, я как раз и предлагаю на ежедневной основе заниматься этой практикой процессинга. Я это делаю соло, то есть самостоятельно. Я нахожу в пространстве тот негативный заряд, который влияет на меня, на мое тело, на мой ум, на мое пространство. И рассоздаю его. И могу заглядывать в пространство других, в общее пространство игры. И таким образом увеличивать осознанность в целом, увеличивать осознанность в играх. И помогать другим игрокам тоже достигать осознанности. Что я и делаю, когда я провожу процессинг другому человеку. То есть я помогаю ему стать более осознанным, более счастливым и достичь состояния осознанности и счастья. И поэтому, друзья, по сути, это видео – это как приглашение на процессинг. Приглашение для того, чтобы заняться увеличением осознанности. Потому что сейчас много говорят о личностном росте, тренингах по улучшению там денежного благополучия. Да, конечно же, это все можно, это все игры. Но я предлагаю выход из игр. То есть, потому что сейчас очень много в пространстве такого хаоса, такой,
много всего, что мешает, отвлекает. А очень мало того, что помогает действительно прийти к себе, прийти к осознанности. И вот эта практика процессинга, она позволяет это сделать. И поэтому вы можете, если вам понравилось это видео, поставить на ответку «нравится», подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья в соцсетях, пишите мне. То есть я открыт к общению и буду рад ему. И я желаю вам всего наилучшего, радости, счастья, гармонии. И увидимся скоро в следующем видео. До встречи.